Всем привет! Вы знаете, что у вас появилась возможность почитать электронные книги бесплатно. Библиотека Кругозор работает в тестовом режиме с сервисом Litres Библиотека. Для того, чтобы читать электронные и слушать аудиокниги, вам нужно прийти в библиотеку Кругозор или Центральную библиотеку имени Гоголя, получить у библиотекаря логин и пароль от личного кабинета Litres, скачать приложение «Читай» или зайти на сайт Litres, войти в личный кабинет, используя полученный логин и пароль. Если у вас уже есть личный кабинет, то они автоматически объединятся. Выбирайте нужную электронную книгу или аудиокнигу. Если книги нет в фонде библиотеки, то у вас появится кнопка «Запросить у библиотекаря». В течение суток библиотекарь одобрит вашу заявку или отклонит. Можно посмотреть имеющиеся книги в электронном фонде библиотеки. Для этого в приложении «Читай» или на сайте Litres выбираете вкладку «В библиотеке» и выбираете нужную книгу. В этом случае книга сразу поступит к вам, если ее в данный момент никто не читает. У книги будет кнопка «Взять себе». В этом случае книга сразу поступит вам, если ее на данный момент никто не читает. У книги будет кнопка «Взять себе». Если книга на руках, то нужно будет отправить запрос на нее. Когда книгу сдаст предыдущий читатель, она будет выдана автоматически вам. Читать с удовольствием. Книга автоматически вернется в фонд библиотеки через 14 дней. Если вы прочитали или прослушали книгу быстрее, то можно сдать ее досрочно. Для этого рядом с книгой нажимаете три точки «Убрать в архив». На следующий день книга поступит обратно в фонд. Читайте электронные книги, слушайте аудиокниги.